Город-призрак. На неделе в Дебальцеве побывала группа наблюдателей ОБСЕ. Они подтверждают, в городе настоящая гуманитарная катастрофа. Нет воды, электричества, медикаментов и связи. Разрывы снарядов слышны до сих пор. По словам ополченцев, это оставшиеся в котле украинские части пытаются выйти из окружения. В сети сотни фотографий, брошенные в полях вокруг Дебальцева военной техники, танки и боевые машины с украинскими флажками и двумя полосками на борту, опознавательный знак ВСУ, за что ополченцы прозвали их бурундуками. Мой коллега Антон Степаненко побывал в Дебальцеве и наблюдал, что происходит в самой горячей точке Донбасса. Данил, ты будешь это? Да. В городе Дебальцево война закончилась. По крайней мере, боевые действия здесь уже не идут. Противник отступил, но наследство от его пребывания в городе все еще ощущается. Осторожно. Стоп. Растяжка. Вот идут провода управления. Распределительная коробка. От коробки идет на установленную мину. То есть мины управляемые, но они все заведены в разведенном состоянии. И вот так же дальше идет по всей балке. Там дальше стоят мины МОН-100 в разведенном состоянии, которые уже не разминируешь. Эти еще можно, саперы приедут, разминируют, а эти мы сейчас попытаемся уничтожить дистанционно путем выстрела с противотанкового ружья. Саперов категорически не хватает, они как скорая помощь, ездят по всему городу, разминируя не разорвавшиеся боеприпасы и снимая мины-ловушки, которые оставили после себя украинские войска. Военная полиция из состава Минобороны ДНР по мере сил им помогает. Растяжки уже какие были, поснимали, но здесь вот мы ходили, не наткнулись на них, только вот на эти мины. Дистанция между ними как раз около 30 метров, то есть каждая мина перекрывает свою дистанцию. Они идут по минному полю, внимательно глядя, куда поставить ногу или чтобы не зацепить тросик. Мины ставили, когда лежал снег, поэтому сейчас их видно хорошо. Но идти все равно крайне неприятно. Вот мина стоит на краю снега. Видите? За полчаса работы отряд уничтожил мин 10. Остальную территорию обезвредят саперы. Когда дойдут руки? Трофейные команды работают в Дебальцево уже не первый день. Но подсчитать точно, чего и сколько оставили здесь защитники украинского отечества не получается. Освободив Дебальцево, ополченцы, к своему удивлению, узнали, что на самом деле здесь было два города. Один с мирными жителями, второй по соседству с первым. Военная база украинской армии. Тут небольшой городок со своими районами и улицами. Даже злачными местами. Из конца в конец идти минут 40. А у нас почти таких нет. Мало. Что нету? У нас мало таких. Снарядов? Да. Ну вот, заберем. Количество боеприпасов здесь измеряют не ящиками, а грузовиками. Грузовик снарядов, грузовик выстрелов гранатомету, грузовики патронов, минометных мин, даже автоматов. Полная машина боекомплектов для БМП-2, осколочно-фугасные снаряды. И здесь, не знаю, там тысячи. Украинские защитники уходили отсюда налегке, оставляя даже бронежилеты. Пусть так опасней, зато бежать легче. Это пластина из натовского бронежилета. Сейчас проведем кровенький эксперимент и попробуем пластину вооруженных сил НАТО против нашего АКМ. Да. Вот смотрим. Это входящее отверстие. Вот это исходящее вот здесь вот. Вот, оболочка от пули застряла, сама пуля прошла. Вот, защищайтесь. Бронежилет НАТО не единственное свидетельство западной помощи вооруженным силам Украины. Сидя в окопах под Дебальцево, окруженная украинская группировка не голодала благодаря в том числе и Польше. Этот хлеб испекли в пекарне польского городка Пшеворск. Пекарня специализируется на поставках польской армии. Чего? Понюхай. Уф. Это спиртовой. А ничего же, до спирта добавляют. Сами жрут. На брошенных позициях ополченцы находят инструкции, предназначенные явно для общения с теми, кому украинский язык не знаком. Причем для общения специфического, на военные темы. Перевод английских команд на украинский, чтобы бойцы понимали, что от них хотят. Это в очередной раз свидетельствует о том, что на стороне украинской армии воевали иностранные наемники. А еще здесь десятки, если не сотни единиц военной техники, от дальнобойных гаубиц Ин-100Б до реактивных установок, не считая танков и бронемашин.
Такого количества трофеев у армий Донецка и Луганска не было давно. Дебальцевский котел оказался богат на подарки и на последствия. Боевой запал украинской армии явно пропал. Николай Александрович воюет уже 4-й месяц. Срочную службу проходил в танковых войсках. И навыки механика-водителя вспомнил в свои 63. На Дебальцевском фронте он был вроде как семьей. Вместе с ним воевали 4 сына. А он по внукам скучает. Сейчас мир, между прочим, как приятно. Хочется домой уже. Все-таки, говорю, семья дома. И внуки, и дочки 6 лет. Судя по всему, внуков он увидит скоро. Армия ДНР начинает отвод тяжелого вооружения от линии фронта.